7 мая факультету Организации здорового образа жизни Полесского госуниверситета исполнилось 8 лет. По инициативе самих же студентов, впервые день факультета решено было проводить в универсальном спортивном зале спорткомплекса «Волна». Все годы до этого мероприятия ограничивались торжественной частью в актовом зале. Это желание студентов видоизменить и само празднование, ну и вполне возможно, может быть, предложить что-то новое для организации уроков. День факультета провели в виде конкурса. Студенты каждого курса подготовили свою презентацию инновационного урока по физической культуре. В каждом из выступлений было что почерпнуть и взять на заметку будущим тренерам, педагогам, инструкторам. За 8 лет мы сформировали определенный контингент специальностей, которые культивируются в нашем учреждении. Прежде всего, мы готовим специалистов в области физической культуры для лечебных учреждений, для дошкольных учреждений, оздоровительное направление, которое, я так понимаю, и будет представлено сегодня у нас в зале, физическая культура для лиц с особенностями развития. Вот в этом году открыли направление по подготовке тренеров по виду спорта, в частности, по гребле и по плавание. По итогам соревнований победителями стали студенты 4 курса, очевидно, как наиболее опытные. Но и младшим курсам также было что продемонстрировать. Ведь факультет, начиная с 1 курса, готовит квалифицированных специалистов. Всего на факультете Организации здорового образа жизни занимается порядка 400 студентов. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы наиважнейшим элементом обучения была практика. Именно практическая реализация всего того, что написано в книгах. Лишний раз это подтверждает тот факт, что в день факультета студенты находились в спортзале, а не на сцене. На практике ребята пробуют себя в качестве инструкторов. Во время летних каникул большое количество студентов работает в оздоровительных лагерях и не только. Поэтому с реализацией практического потенциала у студентов ПОЛЕСГУ проблем не возникает. Отсюда и высокая востребованность специалистов.